Пещера Бет-Джаврин, Израиль, 2022 год. Ну, вот тоже кусковое все, видите, стыки есть. Везде есть стыки. Здесь уже какое-то покрытие. Если кого-то интересует, это все искусственное, конечно. Дальше смотрим. Так. Мне здесь говорят про почтовых голубей, так они здесь и остались. Походу, они здесь выращивали их для яиц, мне кажется. Смотрим на стены. Мух полно. Мне кажется, эта пещера, она закрыта, то есть... Оп-оп-оп. Здесь что-то горело. Видите, все черное, поэтому... Здесь что-то горело. Видите, царапулечки опять пошли. И вот это все зацементированное, мне кажется, здесь было продолжение куда-то вниз, в землю, потому что другие пещеры, в которые я заходила... Вот, блин, придется нос мыть, здесь такой удар плесени, что, мама дорогая, дальше не пойду. За это я клянусь, что это все забетонировано, здесь и было продолжение, клянусь.